Это Куба Мишишкина, Галина Лидия Ванькова. Значит, потряс нас ваш спектакль. Это действительно чудесно. Мы смотрели на реакцию детей, зрителей. Вот этот спектакль вот, вообще поразительно. Вот сочетание актерской игры, игры кукол. Вот расскажите, вот что вы сами чувствуете в процессе работы? Это вот для вас как-то увлекает эта подготовка, эти декорации? Все это как-то надо придумать? Я сама не понимаю. Конечно, для нас это какой-то волшебный процесс. Мы очень ждем моменты, когда наконец-таки мы выйдем к нашим зрителям, к нашим детям и погрузим их тоже в нашу сказочную атмосферу и подарим им тоже такой счастливый момент сказки. Потому что сами мы окунаемся, наверное, в полное детство, и мы полностью всеми фибрами души здесь, и мы счастливы, мне кажется. Замечательно. А вот скажите, пожалуйста, еще такой вопрос вот к вам. Да? Давайте. Актеры имеют такую потрясающую пластику. Вот когда вот в начале вот, как бы, герои вот так вот, это где вы учились этому, где в наших? Ну, у нас проходит пластика, как бы мы этим занимаемся, у нас приходит хореограф, мы разминаемся, все это делаем, держим свое тело в порядке. То есть у меня создалось впечатление, что это какая-то невесомость практически. Да, да. Да. Вот. И представьтесь, пожалуйста, чем. Мария Васюкно. Александр Зорин. Очень приятно. Мария, для вас это дебют, волновались? Да. Знаете, это, наверное, такое счастливое было волнение, потому что с этого спектакля началась моя актерская деятельность именно в этом театре, поэтому для меня это праздник. Мы вас поздравляем от всей души. Спасибо. Спасибо вам огромное. Спасибо.